Всего в сейсмических учениях участвовали более 700 человек, весь персонал административного центра. По первым звукам тревоги сотрудникам предстояло за максимально короткий срок покинуть 16-этажное здание и построиться в безопасной зоне, площади недалеко от здания. Как говорят руководители акимата, для быстрой эвакуации в случае опасности в новом здании все предусмотрено. Здесь для оповещения о возможном землетрясении есть не только тревожные сирены и громкоговорители. У нас в этом году также предусмотрена возможность оповещения сотрудников акимата и населения посредством радиотелевидения и других средств массовой информации. Мы все помним, что в прошлом году на территории нашей области было 2 землетрясения, поэтому мы предусмотрели выделение средств на предупреждение о возможности стихийных бедствий. Это первая сейсмотренировка в здании административного центра, и, видимо, этим объясняется та неспешность, с которой проходила эвакуация служащих. Скорость передвижения чиновников была пропорциональна занимающей должности. Впрочем, специалисты департамента ПЧС, наблюдавшие за сейсмотренировкой, считают, что поставленные задачи были выполнены. Мы следили, как специалисты акимата действуют в случае объявления тревоги. Конечно, были такие, которые спускались по лестнице не спеша, вложив руки в карман. Но наши сотрудники их не торопили. Все-таки сейчас зима, скользко, и обувь не у всех людей подходящая. Самое главное для нас, чтобы работники акимата усвоили, по какой команде нужно покидать здание, где находятся аварийные выходы и как вести себя в случае землетрясения. А эту задачу в ходе учений мы выполнили. Как считают пожарные, оперативность действий сотрудников АДМ-центра со временем вырастет. Такая возможность у чиновников есть. Сейсмоучения здесь планируется проводить каждый квартал. Данияр Худайбергенов, Ганиб Бектемисов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «УТРАР».